там еще есть разные задачи на эту тему. Сейчас, я думаю, вы их легко все решите. So we have a triangle. It's almost the same, actually, but that's still ABC. Imagine that we know that AC is equal to 5. And we have the lines B. We extend the lines here. And we point to the point A, which is symmetric to this A prime. So AB is equal to BA prime. So it is the same line and the same distance. And also we put BC here. BC is here, and this is equal to this. And the question is, what does BA is equal to B prime? ECB is equal to BC prime. And the question is, what is the distance between A prime and C prime? Есть треугольник АВС, мы продолжили на прямой АВ, мы продолжили, отложили такой же отрезок, как тут. И на прямой СВ тоже продолжили, отложили такой же отрезок, как тут. Спрашивается, чему равно расстояние между точками А, Ш, и С? Ну, вы, наверное, это хорошо знаете. Но сейчас, давайте, кого-нибудь еще спросим. Давайте медленно посмотрим. Есть треугольник, ну, я знаю, что вы поняли, но тем не менее. Есть треугольник АВС. Что, непонятно? Не нет, не все. Ну, то вам расскажите, что делает. Ну, скажите по-русски сначала, а потом переведем. К чему равно расстояние между точками А, Ш, Т, Ц, Ш, Т? Оно равно 5. Оно тоже равно 5. The distance between A prime and C prime, you claim, is the same 5. But you need to prove this. Нужно это доказать. Почему оно? Потому что... Так, значит, где у нас здесь равные треугольники? Так как это вертикальные углы, что... Это какие углы? Ну, нарисуйте, какие углы. So we use the same trick. We have equal angles. These angles are vertical angles. Эти треугольники равны, и поэтому эти две стороны тоже будут равны. Понятно, да? So we apply this exactly the same simple trick and get the same conclusion.